была одна из окна первого этажа, где за разными шторами разный был свет, разный интерьер и разный быт. И там иногда между шторок промелькал какой-то человек, женщина или мужчина, или ребенок. И я фантазировал, что же там могло быть. Вот. И у Альберта называется «Вид из моего окна», а это получается как бы навстречу, да? «Вид за окном». Вот про это песня.